Трое погибших. В Дагестане произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. По данным полиции, в аварию попали «Газель» для перевозки учащихся, а также легковой автомобиль и три грузовика. Погибли две женщины и один мужчина. Пострадали 8 детей и один взрослый. Инцидент произошел в Кизлярском районе. Находившиеся в автобусе дети ехали на тренировку из селения Караузек в районный центр. Сейчас республиканская прокуратура проверяет, проходил ли автобус предрейсовый контроль технического состояния.